Итак, день 34. Повторяю, напоминаю, что я уже 90 дней прошел, и даже больше. И конца, и края этой игре не видно. Так, ходов все меньше и меньше. Как-то так. Ну что, позвонить Регине. Надеюсь, сегодня Регина чувствует себя лучше. Хотя я пойму, если она до сих пор расстроен. Гудки. Привет, Лилс. Привет, подруга. Как дела? Нормально. Извини, что я тебя кинула. Из-за этой истории с привидением мне не по себе. Нет, 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 я все понимаю. Вчера вечером в особняке я тоже кое-что видела. Не знаю, что это, но я ужасно испугалась. Оно как бы парило возле башни, белое и все в тумане. Да, что-то мне не лучше. Понадобится еще пара дней, прежде чем я смогу вернуться. Все нормально, я понимаю. Как скажешь, Регина. Спасибо, Лили. До скорого. Щелк. Уф, что-то и мне самой не хочется идти в старый особняк после вчерашнего. Если подумать, рядом с этим домом тоже осталось еще много дел с моим милым маленьким домом без привидений. Во-первых, ворота скрипят, а вместо тропинки грунтовая дорога. Стоит приступить к работе прямо сейчас. И что более важно, прямо здесь. По садовой тропинке. Да, уж с этой тропинкой стоило разобраться еще пару недель назад.
И как ее никто не заметил во время проверок Филиппа? Хотя они, наверное, были постановочными. Посмотрим, как можно превратить это в симпатичную дорожку. Ну как, вот так. Отлично. 5 звезд, если я могу оценивать свою работу. Думаю, мистер Джонс со мной бы согласился. Он бывает невыносим, но в какой-то степени он член семьи. Может, потому что он был другом сердца тети Мэри? Или потому что он дедушка моей новой лучшей подруги? Нет, дело не только в этом. Он искренне заботится об усадьбе и, кажется, обо мне. Он помог мне установить связь с этим местом и его историей. И он бывает очень милым и забавным. Кажется, за последние недели я к нему привязалась. Так, не время предаваться сентиментальности. Вернемся к делу. У ворот сада. Ворота – визитная карточка дома. Ведь это первое, что видят гости. Поэтому они должны отображать личность владельца, то есть меня. Думаю, чистое золото, инициалы и герб. Да ну, это круто. Вот так будет попроще. Ха-ха-ха. Нет, вот это мне больше подходит. Здорово, отлично держится и никакого скрипа. Не могу поверить, что прошел всего месяц с тех пор, как я вошла в эти ворота в первый раз. Не так уж и давно это было, но сколько всего произошло, все изменилось, и я тоже. Я много трудилась и действительно заработала свое наследство. Впрочем, без Регины и Люка я бы ни за что не справилась. 5 недель назад я их даже не знала, а теперь скучаю по ним, словно они часть меня. Человек